Как удержать призвание неподвижно? Сердце способно удержать. Когда я лично попал в свое призвание, я понял, дорогие мои, что попасть — это одно, а удержать призвание неповрежденным — это абсолютно другое. Не просто удержать призвание, удержать его неповрежденным. Но как только приходит успех, как только приходит признание, сразу с твоим сердцем начинает что-то происходить. Вы знаете, что наше сердце, оно испорчено. И оно нуждается в постоянном прикосновении Духа Святого, чтобы быть в нормальном, мягком состоянии, где Бог может работать с ним. Сердце, способное сохранить, сердце, способное до конца своей жизни пронести то, что ты получил на первой встрече с Богом. Тебе не нужно не идти к призванию, а работать с сердцем своим. Ты состоишь только из информации. Начиная с твоего тела, твое тело — это информация, сказанная Богом и материализовавшаяся на этой земле. Ты — информация. Все твои внутренние вещи, все, кто ты, твое существо, запомни навсегда. Ты — это ходячий слиток информации. И все, что попадает, прилагается уже к существующей информации. И оно способно или воскресить, или похоронить все, что было до этого. Почему пророки, помазанники, великие люди Библии большинство своих дней провели в одиночестве и в уединении? Почему Иисус с учениками никогда не жили в городе и в толпе? Он отпроповедовал, повернулся, и они ушли туда, куда-то, где никто их не трогает. Как удержать призвание неповрежденным? Почему с великим служением связано великое уединение? В великом призвании великое одиночество. Я думал, это люди, обреченные на какое-то одиночество, или они не могут себе друзей найти, или они настолько глубоко раненые, что никто им помочь не может. И потом я понял одно: они не дают ничему и никому направить их мечту и призвание. Они не дают никому нигде даже возможности дать им информацию, которая извратит первоначальное призвание. Берегитесь информации, которая присоединяется к вам и способна все призвание и служение ваше извратить. Берегитесь закваски. Как только ты дашь кому-то хорошо с тобой посидеть за чаем, я могу попрощаться с тем даже маленьким семечком, которое Бог положил в тебя. Берегитесь закваски. Она присоединяется ко всей Божьей информации и мечте. И происходит микс, заражение Божьего плода. Происходит извращение его мечты. Будьте очень аккуратны, с кем, где и когда вы разговариваете. Будьте очень аккуратны. Как только ты получаешь эту мечту, она еще такая, она свеженькая, она такая еще, знаете, маленькая, она такая совсем несовершенная еще. Она еле-еле держится на одной ниточке. Она держится за одну мечту. И здесь приходит кто-то. И как только что-то допускается в твою жизнь, на самых ранних, вот где дьявол сеет информацию, вот где он пытается заквасить тебя. Так просто, раз. И тот, кто любил, уже ненавидит. Нас с вами никогда не учили. У нас с вами все сгусток плоти и желаний. Выходите сюда, все, кто хочет стать миллионером, все прибежали. Выходите сюда, все, кто хочет сделать то-то и то-то для Бога. И смотришь, все бегут. А кто бежит по духу, а по плоти, кто бежит, а? Послушайте, за вами охотится дьявол. За каждым из тех, кто смотрит меня, охотится дьявол. Он хочет тебе дать правильное учение. Слушай, самое правильное — это то, что Бог говорит внутри меня. Это истина. У тебя внутри должно быть подтверждение. Если ты не знаешь его голос, то тебе даже ни учение никакое не поможет. Ты должен знать, истина должна жить внутри у тебя. Ты должен четко понимать, твой дух скажет тебе, где от Бога, где не от Бога. Когда мы говорим, религии смерть, она дальше сама все продолжит.
Когда мы говорим реформации, не миновать. Реформации нашего поколения не миновать. Бог придет. Дай Богу проговорить в твое сердце. Он поведет тебя путем бескомпромиссным. Ты не будешь идти на компромисс. Это будет путь боли. Это будет путь иногда болезни. Это иногда будет сражение. Мы выбираем, что будет перед нашими глазами. Мы выбираем, какую передачу смотреть, какую книгу читать и какой личности закрыть рот. Я понял смысл одиночества. И в процессе, вы знаете, даже полюбил его. Я был тусовщик. Я не шучу, 90% времени, 90% я провожу в уединении. И когда ты выходишь и начинаешь делать свое дело, они удивляются, откуда ты берешь. Дорогие мои, момент существует не в том, чтобы свое призвание взять, а чтобы сохранить его неповрежденным. Сохранить его чистым. Сохранить его именно таким, каким Бог тебе его дал. Часто проблема заключается не в том, чтобы получить цель от Бога, а в том, чтобы сохранить неповрежденную. Ты должен быть только там и только среди тех, где мечта и призвание от Бога будет оставаться неповрежденным. Наша цель — спасать мир и даже тех спасать, которые в задницу друг друга имеют. Проблема Бога не в том, что призвание, чтобы раздать. Проблема Бога в том, что кто оставит его неповрежденным. Кто не даст никакой информации перенаправить их. Кто не даст этому дьяволу перенаправить информацию. Проблема Бога не в том, чтобы дать тебе призвание, сможешь ли ты получить и никогда не дать никому перемешать и перенаправить. Пусть поднимется тот, кто будет гореть в огне Святого Духа и будет приносить информацию неповрежденной о реформации, о спасении, о трансформации, о крещении, о освобождении. Скажи ему: Бог, сердце чистое сотвори. Дух Святой, я прошу тебя только об одном. Когда придет это глобальное движение, признание, реформация, не дай никому из нас, чтобы наше сердце было извращено. Не дай никому, Господь мой, чтобы неправильная информация вошла и изгадила твою мечту, Бог. Я прошу тебя, Иисус. И я прошу тебя, Иисус.